Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале, посвященном семиструнной гитаре. И сегодня мы с вами немножко позанимаемся над техникой правой руки. Отцом семиструнной гитары принято считать Андрея Сихру. Андрей Сихра был арфистом по образованию и поэтому в совершенстве владел техникой арпеджио. Давайте с вами сегодня займемся основами этой техники. Она вам пригодится в будущем при игре каких-то сольных произведений, а также при романсовом аккомпанементе. Еще раз повторим название наших пальцев. Басовый палец П, указательный И, средний М и безымянный А. В старых школах аппликатура правой руки записывается также цифрами. Но давайте все-таки жить в 21 веке, а не в 19 веке. Поэтому П, И, М, А. Это намного проще. А на нашей левой руке мы имеем пальцы 1, 2, 3, 4. Мы ставим наш басовый палец на седьмой бас. Указательный палец на шестой, средний палец на пятый и наш безымянный палец на четвертый бас. Упражнение номер один. Поставив пальцы, я натягиваю струны, пытаясь их как бы собрать в такую щепотку. Я почувствовал сопротивление струны. Подержав так струны, вы можете снять пальцы и увидите следы от струн на ваших подушечках. После того, как я почувствовал сопротивление каждой струнки, я играю моим пальцем П, басовым пальцем, седьмой бас. Потом указательным пальцем, шестой, средним, пятый. И безымянным пальцем четвертый бас. Еще разок. Сыграв это арпеджио, я как бы моей правой рукой перемещаюсь на пару миллиметров вниз. Ставлю пальцы на шестую, пятую, четвертую, третью струны и повторяю это же арпеджио еще разочек. Шестая, пятая, четвертая, третья. Опять перемещение. И последнее перемещение. Четвертая, третья, вторая, первая струна. Сыграем это арпеджио без пауз. И обратное движение от первой струны к басовому пальцу, то есть первая, вторая, третья, четвертая и дальше также самый принцип, только наоборот. Вторая, третья, четвертая, пятая. Или же сыграть, опять же, оставшись при старом движении от баса к первой струне. Цель этого упражнения – научиться делать переход в позиции на правой руке без люков, без дырок. Или еще одно упражнение, там, где наш басовый палец будет играть несколько струн. Мы поставим три наших пальца И, М, А на третью, вторую и первую струну, басовый палец на седьмом басу и мой басовый палец, скользя, седьмой, шестая, пятая, четвертая. А дальше происходит нормальное арпеджио. Три, два,
один. Заметьте, все мои, в частности, три этих пальца, они же стоят заранее на струнах, они не болтаются в воздухе. И это необходимо для того, чтобы почувствовать вот эту позицию, чтобы у вас рука не болталась, как овечий хвост, а была точно зафиксирована. Еще разочек. Мой басовый палец выгнан как банан. Ни в коем случае не держите палец с горбом, потому что с таким пальцем вы не сможете провести без проблем по басовым струнам скользящим ударом вниз. У вас палец будет все время оставаться висеть. Выгните палец. Третья, вторая, первая. И приведу маленький пример Сергея Дмитриевича Орехов. Мардиандия. И там есть место, где Орехов обыгрывает ля-мажорный аккорд. И как раз на этом ля-мажорном аккорде он использует эту скользящую технику басовым пальцем. Мой вам совет. Попытайтесь найти время, чтобы каждый день пару минут уделять именно технике. Вы будете приятно удивлены, как через определенное время почувствуете технический рост. И что вы можете тогда музыкально выразить то, что вы чувствуете на музыкальном инструменте, на гитаре. Без техники нет искусства. Оставайтесь онлайн и занимайтесь на семиструнной гитаре. Пока.